Впервые инвестиционный совет покинул стены регионального правительства. Во вторник вопрос развития моногородов и наиболее перспективные проекты Кинешмы и Наволок обсудили в мэрии Волжского города. В регионе 10 моногородов. Это значит, на территориях социально-экономическая жизнь сосредоточена вокруг одного мощного производства. Такой статус присваивается им на 10 лет, благодаря чему города имеют налоговые льготы, право на снижение тарифа по страховым взносам, также на участие в федеральных программах. Три инвестиционных проекта в Кинешме губернатор высоко оценил. Также наш регион считают перспективным в развитии моногородов и федеральные чиновники. От Ивановской области уже есть заявка по Вичуге. Мы очень надеемся, что в ближайшее время вот по Наволокам тоже зайдет в фонд заявка. И ждем от других инвестпроектов также заявок и на инфраструктуру, и на 5% займы. Что касается основных направлений вот этой приоритетной программы развития моногородов, могу сказать, что, во-первых, в 10 по центральным дорогам 10 моногородов из 10 в этом году будут сделаны эти центральные дороги,